Оу, yeah, кабанчик! Сейчас ты полетишь с этого сервера! Пау! Ставь лайк, если ты суслик, и обязательно подписывайся на мой канал. А сегодня мы вместе с тобой поиграем в новый Fortnite Tycoon в Роблоксе. И у нас есть достаточно большой выбор различных баз. Мы можем играть с тобой на базе Биф Босса, можем играть на базе Джон Уика, Gold Trooper, Raven, Dark Voyager. Короче, на самом-то деле здесь достаточно много всяких разных баз. И давай-ка мы с тобой выберем Биф Босс. Почему бы и нет? Кстати, звучит достаточно классно. Биф Босс фиолетового цвета, как раз таки то, что нам нужно. Всегда мне везет именно на этот цвет. Это полный рандом. Я этого не планировал. Думал, займу какую-нибудь другую базу. Ну да ладно. Итак, начинаем сразу же с тобой строить наш тайкончик. Ставим первый дроппер за 0 баксиков. Что ты будешь спавнить? Он спавнит какие-то коричневые блоки. Даже не знаю, что это может быть. Ну да ладно. За один такой блок мы получаем примерно по 10 баксиков. Это очень даже неплохо. Значит, прогресс у нас в целом будет достаточно быстрый. Мы с тобой очень быстро построим всю эту базу. Возможно, даже за одну серию. И следующий дроппер у нас будет стоить 150 баксов. Ну ладно, 150 баксов. Это уже терпименько, это не так уж и много. Сейчас 10 баксов накопится. Готово. У нас есть с тобой 150 кэша. Покупаем первый дроппер. Это дроппер немного побольше. Он, наверное, будет спавнить те же самые блоки, да? Да, только более большие блоки. Ей, разнообразие, да! Ставь лайк, если ты разработчик тайкончиков и также делаешь разнообразные блоки. В общем-то, сейчас мы с тобой до конца достроим все наши дропперы и по традиции, по классике жанра начнем приступать с тобой к постройке самой базы. Я думаю, мы с тобой дойдем где-то до 3-го, может быть, 5-го дроппера, и там у нас уже немножко прогресс будет потяжелее, поэтому все сразу не получится у нас с тобой построить среди дропперов. Поэтому, возможно, мы с тобой скипнем некоторые моменты и сразу же приступим к основному, а именно к постройке базы. Кстати, здесь есть экстра апгрейдер, почему бы нам его с тобой не взять? Лайфтайм. 286 робоксов. Вот как они придумали эту цену? Вот объясните мне, как они придумали эту цену? Такие, за сколько нам сделать экстра дроппер? Сделаем за 286 робуксов. Почему бы и нет? Да, это гениально. Ого, 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 ого. Вот это очень быстро накапливается. Так, мега дроппер с тобой покупаем. Это должен что-то другое спавнить, да? Или те же самые коричневые блоки. Мясо, да? Мясо он спавнит. Биф. Биштексы. О, 650 баксов у меня накопилось, даже 800 уже. Так, и мы с тобой еще один дроппер покупаем. И с этой стороной у нас вроде бы покончено. Нет, что ли? В смысле не хватает денег? У меня денег очень много. Я могу купить себе этот дроппер. Я его купил. Замечательно. Все, дальше апгрейдер за 3500. Сейчас мы с тобой дошли до апгрейдера номер один. И пока у нас накапливается кэш, почему бы нам с тобой что-то другое не прокачать? Например, купить стены. Дальше мы можем с тобой купить хиллинг пад. Это вроде бы платформа, где мы сможем с тобой покупать различные медкиты, оружки и прочее. Так, собираем с тобой 1500, пусть накапливается. Мы с тобой никуда не спешим. Апгрейдер мы еще успеем с тобой купить. Так, медкит я не смогу купить за 2500. Давай мы с тобой купим стены номер 2. Почему бы и нет? А, они прозрачные? Прозрачные стены? А, нет, они просто стеклянные. Что-то я немного затупил. Я думал, что это просто какая-то аура. Внеземная аура, да? А, стены номер 3. И дальше стены номер 4 за 5000. Нам нужно будет с тобой купить. Так, что мы еще с тобой не купили? Вот тут что-то за 250 баксов. Это Common Weapon Pad. А, это оружие вообще. Замечательно. Так, оружие, это очень даже неплохо. Дверцы нам нужно будет с тобой сейчас купить за 1500. Давай-ка мы с тобой купим эти дверцы лазерные. Замечательно. Теперь к нам никто не пройдет. Наша база защищена. О, да, самый классный плот. Непробиваемый плот. Они там батлятся уже с оружками. Я хочу к ним. Эй-э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 й. Так, мне нужно какое-то оружие. Ладно, возьму пистолет. Во, замечательно. Камовский пистолетик. Дофига патрон. Серый пистолет там. Во-во-во, ты видел? Там тип убил кого-то. Там сразу несколько чуваков. Игроки потихонечку заходят в этот тайкончик. Стой, 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 стой. Со мной кто-нибудь будет батлиться? Нет? Со мной кто-нибудь будет батлиться. Вон они там на базе батлиться. Эй-эй-эй. О-о-о! Нашел ее! Нашел, нашел, нашел! А, нет, нет, нет! Сейчас будет перезарядка, только не это! Давай, 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 перезаряжайся! Стреляй ей в голову! Как же сложно здесь убить других игроков, когда у тебя такой слабый пистолетик. Она сейчас меня с эмочки вынесет. Фу! Я ее убил! Оу! Fortnite! Gucci Gang! Так, ладно, возвращаемся обратно к Биф Босс. Так, апгрейдер номер один за 3500 кэша. Готово. Смотри, сколько мы с тобой апгрейдеров уже сделали. Ох, сейчас мы с тобой будем миллиарды накапливать. Вот так вот. Делать деньги. Вот так.
Так, плюс 1000. Ну, сейчас апгрейдер номер 2 еще купим с этой стороны. Но нужно уже потихонечку приступать к постройке вот этой вот части. То есть здесь уже нужно ставить новые дропперы. Но почему-то! Почему-то, мне кажется, я себе все испортил. Вам так не кажется? Как-то все. Ты чё, чувак? Йоу! Он ворвался ко мне на базу. Так, нужно спрятаться. Отстань! Щищ, чувак! Так, уйди с моей базы! Где мои лазерные двери? Так, активируй двери, давай за мной, пупсик! Ну вот ты и в ловушке, теперь ты отсюда не выйдешь. Ха! Обломишься, да? Тебе не выбраться отсюда. What? Ему не выбраться, да? Ну ты и лошарик. Ничего личного, только ловушки. Пусть там накапливаются пока что у меня денежки. Сколько там у меня накопилось? 3000. О, тут девчулька. Так, дай мне оружие. А я пойду к нему на базу. Да, пойду к нему на базу и сейчас возьму у него оружие. И вот он обломается сейчас. Дико обломается. Так, это кто там ко мне залез? Какой-то... как он выбрался с моей базы? Как он выбрался? Они теперь вдвоем по мне палят. Они вдвоем по мне шмаляют. Так, нет. Я просто так вам не дамся. Так, у кого мне достать ствол? Открой дверь! Мужик, открой! Открывай, чувак! Нет. Живым я вам не дамся! Фух, самоуничтожение. Ну и тем более у меня там лазерные двери активированы, поэтому вот фиг они ко мне зайдут. Вот просто фигушки вам. Так, 11 тысяч. Нужно взять эмочку, конечно же, touch me. Так, возьмем эмку, пистолетом мы пользоваться не будем, потому что это полный отстой. Медкит купим, да, медкит нужно с собой всегда брать, на всякий случай в бой. Мало ли вдруг пригодится, с кем-нибудь там посражаешься, а у тебя жизни не останется, подхилишься. Стена номер 4, так, второй этаж сейчас за 10 тысяч долларов нужно будет покупать. Вот, кстати, есть какая-то штука 2x кэш. Сколько она стоит? 2x кэш стоит 143 робокса. Ладно, тоже купим, почему бы и нет, да, почему бы и нет. Мы все почему-то зафейлили тот апгрейдер, потому что теперь у нас кэш вообще не накапливается, очень медленно. Ну и что ты стоишь, смотришь-то на меня, а? Убить-то меня не можешь, да? Убить-то меня не можешь. А я знаю... Хоба! Так, в голову ему давай. Хоп, за стенку зашел. Перезарядился, вышел, пострелял по нему. Пострелял. Зашел со спины и убил его. Ха! Ну, я ему отомстил. Буду обратно прятаться на своей базе. Так, медкит. Немножко нужно подлечиться. Все, мы подлечились. Просто найс. Так, у нас есть 5000. Апгрейдер номер 2. Покупаем его. И теперь с этой стороны нам нужно с тобой старт брик коллектор за 9000 купить. Это как бы новое начало. Новая жизнь, новое начало. Все в этом духе. Осталась всего лишь одна сторона. Это будет не так уж и сложно. Так, ты что-то направил свою оружку. Хоп! Стреляю. Стреляю по нему. Давай. Есть, ровно 30 патрон. И ты по мне тогда стреляла. Я буду всем мстить. Теперь я мститель. Понимаете? Теперь я мститель. Так, перезарядочка. Давай. О-о-о. Чё? А как ты выбежал-то? Сквозь лазерную дверь. Ты чё, с ума сошел? Ты кто? Он достал ствол. Он направил ствол на меня. Не-не-не-не-не-не-не. Мы с тобой не договаривались сражаться на стволах. У меня есть пушка, я тебя честно выиграл. Так, если что, у меня есть медкит в запасе, поэтому мы с тобой будем осмотрительными. Смотрим с тобой в разные стороны, на всякий случай. Так, чисто, чтобы нас никто со стороны не убил. Мне уже охота посмотреть на трансформацию моего биф-босса. Ты же понимаешь, я по тебе могу попасть-то, а? Пули мало достреливают. Все, они меня не достанут. 10 тысяч! Замечательно! Давай, с этой стороны покупаем дроппера. Нужно больше дропперов! Больше дропперов! Мы должны с тобой стать самыми богатыми! 1600 баксов у нас есть. Следующий дроппер будет стоить у нас 13 тысяч. Подождем. Кстати, пока мы с тобой ждем, когда у нас накапливается кэш, мы можем взять с тобой какое-нибудь новое оружие. Или же гравити-пружину. Мне кажется, от гравити-пружины точно будет польза. Мы сможем запрыгнуть кому-нибудь на базу. Я почему-то умер. Чё? Я купил гравити-пружину и умер? А, нет, все хорошо. Мы сможем кому-нибудь на базу запрыгнуть. Итак, нужно дальше немножко снарядиться. Magic Carpet — это магический ковер. Нет, спасибо. Rocket Launcher — это базука. Что дает мегавип, я не знаю. Экстра апгрейдер мы с тобой уже купили. Bolt Action Sniper. Стоит 300 робоксов. Окей, тоже купим. А, блин, больно. Так, и у меня появилась снайперская винтовка. Класс. С одного удара будем выносить с тобой. Так. Кто же здесь у нас? А там у нас кто-то на базе спрятался. А, я остался здесь один. Нет!
Зачем я покупал снайперскую винтовку? Теперь я здесь один. О, боже мой. Как я это переживу, без понятия. 15 минут later. Тем временем прошло порядка 10-15 минут. Я накопил 52 тысячи кэша. А сейчас мы можем с тобой купить дроппер номер 4 за 17 тысяч. Мы, наверное, сможем даже построить второй этаж. Да, 10 тысяч баксов это стоит. Я думаю, в этой серии мы с тобой потихонечку начнем вот стройку второго этажа, а дальше уже посмотрим, как пойдет. Стеркейс это 3000 долларов стоит, это лестница наверх. Ну, тут опять же у нас второй этаж, тоже прокачка дополнительная всякая. На это потребуется время нам с тобой. Жаль, что я остался один на этом серваке. Я думал, что нас здесь будет много, мы все будем батлиться, но в итоге я остался один. Это печально. Как я это переживу? Да никак я это не переживу. И я потратил весь свой кэш. Так, с этой стороны у нас есть дроппер. Здесь нужно купить еще два апгрейдера. Они будут стоить где-то по 30 тысяч. Но я думаю, что это мы уже с тобой сделаем в следующей серии. В этой серии мы с тобой докупим на оставшиеся деньги все, что можем купить на втором этаже. На втором этаже мы можем с тобой купить скинпад. Кстати, скинпад. Оу, yeah, кабанчик! Сейчас ты полетишь с этого сервера! Пау! Уу! Есть, я хоть затестил свою снайперскую винтовку, а то я уже даже немного обиделся, понимаете? Ты от меня не уйдешь, смертоник. Так, 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 иди в мою сторону. Давай, подходи поближе. Поближе. О, ты какой молодец. Пау! Е-бой! Это самая классная снайперская винтовка в Фортнайте! Так, ну что ж, и я думаю, на этом наш ролик подойдет к концу. Если ты хочешь продолжение, то обязательно поставь свой лайк. Подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Оставайся таким же крутым и веселым, и увидимся с тобой в следующих видео. Адьос! Playtime!